Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится телефон Nokia G22, и сейчас мы разберемся, как включить режим энергосбережения на данном устройстве. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз для открытия панели управления. И здесь у нас есть кнопка режима энергосбережения. Если вы решили его включить, нажмите на эту кнопку. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!